Открытие Удельнской поликлиники, прием узких специалистов, реформирование тяжелого оборудования, лечебно-оздоровительные мероприятия, медицинское обслуживание за линейной части города. Сегодня глава Раменского городского округа и главный врач Раменской областной больницы отвечали на вопросы представителей ветеранской организации РПЗ. Часто бывает так, что достаточно одного внимания, так скажем, чиновника, да, какого-то одного телефонного звонка, и та проблема, которая многие годы не решалась, будет решена. Поэтому мы, Раменская областная больница, открыты к диалогу. Мы такие встречи проводим на регулярной основе. Сегодня это в таком варианте. На следующей неделе мы будем проводить уже встречи непосредственно в каких-то территориях. То есть мы готовы к диалогу. Не переживайте, если какие-то вопросы мы не сможем на них ответить. Мы в любом случае возьмем контакт ваш и эту информацию, которую, может быть, не готовы на нее будем ответить сегодня, в любом случае доведем до вас, как мы будем решать ту или иную проблему. Поэтому вот тот президиум, который сегодня есть, он, в принципе, ориентирован на ответы в части медицины, и сегодня мы именно о медицине говорим. Более подробную информацию об этой встрече смотрите в ближайших выпусках.